Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Кроли Плей, 7 сервер. Да, чуваки, 7 сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Так, давно не выходили ролики именно по 7 серверу Мазинга. Почему? Сейчас объясняю. Потому что, когда я сюда пришел на сервер, я здесь снял, по-моему, 5 или 6 серий, короче. И зашел мой фейк, и просто оскорблял администрацию, и... Администрация подумала, что это я, потому что ник подделанный был. И мне дали мут на 5 часов. И, блин, я не мог снимать с мутом, реально. И вот я связался с администрацией, и все уладилось. Все, мне мут сняли, все заебись, все хорошо. Сейчас покажу, что изменилось за это время. В принципе, да. Как вы можете заметить, у меня такой необычный скин. Ну, а почему у меня такой скин, сейчас я вам покажу. Пишем ММ, статистика. И я в русской мафии. И сторожила у меня должность, ранг 8. 8 ранг. Итак, смотрите, чуваки. Как вы помните, я был по солнце, там лидер хаба Хабибов. Да, правильно. И так вот, произошло КО, и он, короче, выбрал другую лидерку и перевелся на другую... На другую фракцию, короче, он перевелся, и это русская мафия. Давайте выйдем из своей квартирки. У меня на руках 120 тысяч, кстати, да. Администрация есть на сервере, это хорошо. Так, давайте уберем пушку. Убрал оружие. Все, убираем пушку. Вызываем лифт. Я потому что живу высоко, надо на лифте проехаться. Чуваки, я постараюсь стабильно выпускать видеоролики по 7 серверу, но от вас зависит лайки. И что бы вы хотели видеть, напишите в комментариях. Возможно, какие-то РПшки, я не знаю. Да, какие-то РПшки в русской мафии можно будет поснимать. У меня есть идея, но понимаете, я не хотел бы снимать то же самое, что я снимаю на первом сервере. Чтобы тут было все как-то по-другому. Поэтому пишите свои идеи, что бы вы хотели видеть. Я обязательно все прочитаю и уже буду снимать, если идеи будут хорошие. Что-то лифт не едет, кстати. Странно. Ладно, давайте тогда пойдемся пешочком. Я думаю, это не будет нам трудно. Так, давайте. Хоп, все, заебись. Так, давайте возьмем тачку. Кстати, у меня новая машина, пацаны. Да. Пишем car и вот. Mercedes R600 и кабан. Я уже номера даже получил, вот. Мне подкинули тут бабосиков, короче. И я купил себе кабанчик. И, кстати, протюнил его уже на 100 тысяч, чтобы он ехал именно заводскую скорость, если можно так сказать. Вот такой он черный, хотя сначала он был фиолетовый, потом что-то я посмотрел. Думаю, блин, ну, он должен быть черный, короче. Такой цвет ему... Фиолетовый, как на BMW M5-60, не идет. Вот такая вот Мерседесик, вот такой вот. Взял буквально, ну, где-то час назад его купил. Ну, где-то 2 часа назад. Купил этот Мерседес. Я сначала хотел либо супру брать, либо... На супру, кстати, мне хватало. Мне было 700 тысяч. Мне подкинули денег. И я Ford Focus продал в ГОС, короче. За 240 тысяч. И, в принципе, как-то так. Давайте посмотрим статистику. У меня 4 уровень, 8 и 16 пейдеев, деньги в банке Косарь есть, кстати. Мобильный счет у меня вот такой вот. Номер телефона, пацаны, запоминайте и звоните мне. Уровень розыска, так, ну, ничего вроде такого больше нету. Давайте сядем в наш Мерседес. Я вам покажу все. Вот, купил я его недавно. Вообще пробег маленький, 90... Сколько там, 53 километра пробег. Крючок побежал, смотрите, пишем car. Вот, тут все написано, цвет 0 и так далее. УАЗик я не продавал, этот УАЗик не подарил подписчик, кто не видел серию, посмотрите. У меня было 2 УАЗика, один я продал, а этот я решил оставить. Ну, зачем его продавать, в принципе, я не вижу смысла, поэтому я его оставил. Так, давайте поедем, наверное, в русскую мафию, я, кстати, там еще не был. Да, я реально там еще не был. Я не видел еще русскую мафию, даже не знаю, где она находится. Давайте пропишем GPS.
нелегальной организации и русская мафия. Ну, я слышал, мне говорили, что она в Ржевске где-то. Но я еще там не был, серьезно. Посмотрим сейчас, как она там выглядит, что и как вообще. Ну, как по мне, это будет поинтереснее, чем ВПГ, потому что, ну, ВПГ уже 100 раз был. Ну, не здесь, конечно, а на первом сервере. Поэтому, хотя и в РМ я тоже был, но всего лишь один раз. Поэтому, я думаю, здесь будет довольно-таки интересно находиться, играть здесь, восьмой ранг. Возможно, стримы буду делать. Напишите, хотели бы увидеть стримы на седьмом сервере. Здесь онлайн, конечно, не очень большой, хотя сейчас время уже больше 12 часов по МСК. Онлайн хотя 162, ну, неплохой онлайн, короче, можно играть. Днем здесь онлайн, по-моему, 300, может даже больше, ну, за счет ГО и подарков поднялось. Все поднялось, поэтому это очень круто. Чё по Мерсу? Просто его покрасил в черный, поставил нитро и еще улучшил один раз за 100 тысяч. Диски решил не трогать, потому что вот эти АМГ-шные диски нормально так смотрятся. Так, я хоть правильно еду? Давайте посмотрим. Ну, вроде должен правильно ехать. Хотя, стоп. Так, что-то у меня не отметилось, что ли, на карте. А, вот, вижу. Тут оно, разве? Давайте поедем. Чё-то так близко оно находится. Я не знал, что русская мафия. Ну, ладно, поехали. Посмотрим. Что там? Фонарики светятся или что-то было? А ну. А, да, фонарики светятся. Дома эти еще не поставили, да. Вертолеты стоят, дома еще не поставили, к сожалению. Ну, я даже не знаю, сколько он стоит. Будет. Ну, лянов, наверное, 30. Если не больше. Потому что там и вертолет есть. Поэтому будут они дорого стоить. Даже не представляю сколько. Ну, по-любому, я его не куплю. Что здесь, что на первом сервере, потому что таких денег я не имею. Так, что это у нас оно есть? Это РМ. Судя по всему, да. Что домик похож стоит. Я бы купил бы. У меня денег таких нету даже. Ладно. Да, это у нас русская мафия. Я думал, кстати, что это ПГ почему-то. Ладно. Давайте припаркуем свой кабанчик. Вот здесь, например. Все. Выходим. Конечно, кстати, у меня никогда кабана не было. По-моему, да, никогда. Поэтому повладею ним какое-то время. А как двери открывать вообще-то? По-моему, как-то надо командой открывать двери или что-то такое. Тут понятно. Ну, как зайти внутрь именно? Или тут интерьера нету? То, по идее, должен быть. Так, давайте сюда и перелезем. Такая будет экскурсия небольшая, пацаны. В основном это видос, типа, что вот я вернулся, как бы. А вот вход, блядь, чё я туплю. Извиняюсь, просто ни разу здесь не был. Так, русская мафия. Окей, интерьер у нас здесь. Ну, нормальный, кстати, интерьер. Тут можно выпить, по идее, да? Минералочку можно, обычная газировка, кока-кола. Давайте кока-колу выпьем, чё. Почему бы и нет? Как ее убрать теперь? А, вот, все убрал. Так, у нас здесь камин есть. Это у нас, да, склад. Склад. Так, патроны, металл, деньги, наркотики, дерево. Чё нет там вообще по этому, по запасам? 500. По-моему, у меня випка закончилась, да? Да. Классно. Замечательно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, 500 металл, надо 90 металла взять. 90. Окей, 30. Окей, взяли 30. И давайте еще 30 возьмем. Столько металла. Ну ладно, так, взять... дерево 100. Сколько вообще можно дерево брать? Так, стоп. Давайте отойдем еще раз, попробуем дерево взять. Я бы вот до сих пор оружие не делал даже. Так, 100 килограмм только можно, походу. Так, давайте пройдемся дальше, что у нас здесь есть вообще. Так, давайте чат офнем.
и посмотрим. Что же у нас есть? Плазма здесь. А здесь можно, кстати, будет играть. На бабки. Ну, если бы они у меня были толком, ну, да ладно. Так, а здесь у нас что? Ага, здесь мы, судя по всему, будем спавниться, если будем появляться на базе организации. Окей, нормально. Погнали дальше. Ну, а здесь туалет, я думаю, смысла его показывать нету, поэтому выходим. И жалко, назад нельзя выйти, надо оббегать вот так вот. Ну, такое, да. Не продумано особо, но все равно прикольно, что РМ поменял свое местоположение. Так, у нас здесь фургоны и гелики, да? Блин, я думал, хотя бы добавили новые машины там, но нет, к сожалению. Кстати, у меня, по-моему, донат оставался, давайте посмотрим. Да, 61 донат оставался, но это уже на випку, если надо будет випка. Возможно, кто-то не захочет третью тачку подарить. Ну, это не факт, конечно. Давайте посмотрим, сколько дом этот по ГОСТу, кстати. По-моему, где-то лямов 5, судя по всему. Потому что что-то он такой, знаете, большой. Да, 5 миллионов он стоит. Ну и остальные, я так понимаю, тоже по 5 лямов. Да? Какой-то бизнес, кстати, стоит. Походу, по ГОСТу, да? Давайте посмотрим. Так, чисто. У меня денег на бизнес нету, я бы дом очень хотел бы. Под Враговичах там дом есть. А, нет, тут есть владелец, кстати, 10 лямов. Но он что-то чекпоинт не поставил. Ну да ладно. Я вот честно не знаю, что поснимать здесь реально. Но повторяться просто не хотелось бы. То же самое, что и на первом снимаю. Поэтому надо что-то думать. И у кого есть идеи, пишите в комментарии обязательно, повторюсь. Потому что... А, вон. Тут дома особо не берут, блин, потому что... Ну, потому что не особо... Не заметить, лично Ржевск не нравится. Мне кажется, он лишний, он сильно большой какой-то. Не, ну, все равно прикольно, хоть новый какой-то город, но, блин. Лучше бы, не знаю, Батырева бы новое сделали. Было бы тоже прикольно. Ну, а так тоже не хреново. Я думаю. За патроны, наверное, нету смысла идти, потому что у меня патронов и так больше я взять не смогу. Не знаю, что-то поснимаем, пацаны. Не знаю, что, но что-то поснимаем. Что-то обязательно поснимаем, думаю. Так, какой-то мусоренок идет. В казино, не знаю, есть смысл уйти. Я думаю, нет, потому что это будет сильно дорого. Кто это у нас бегает? Какой-то Дамир. Ладно, поехали дальше. По пути можно, я думаю, и подарочки собрать. Потому что я, ну, собирал чуть-чуть, подарков собрал. Но ничего годного даже не выпало. Поэтому можно пробовать пособирать. 36 патронов. У меня только патроны падают. Ну да ладно. Давайте еще здесь один подарочек возьмем. Чуть-чуть пособираем. Хотя я знаю, думаю, все уже собрали подарки, как бы. Поэтому смысла их показывать особо нету, но... Все же, вдруг что-то годное выпадет. 20 патронов. Что-то одни патроны падают, конечно, это печально. Кстати, я здесь состою в Фоме Хабибовых, но я здесь пока что сам только. Кстати, можете приходить в РМ. Да, внутри можете приходить. Будем вместе, возможно, что-то снимать, какие-то РПшечки. Поэтому обязательно приходите к нам. Конечно, я не девятка, но потому что... Я даже не хочу на девятку становиться, у меня... Особо и так времени нет. Вот восьмерочка прям в самый раз, я думаю, будет. Так, аккуратно проезжаем. Давайте подарочек заберем. Я думаю, нас за НРП еду не посадят. Я вроде правильно проехал. А, блин, надо было подальше проехать. Ладно. Оп. Берем подарочек. И заебись. Все, сколько? 5 кг дерева. Блин, ну видите, какая-то полная Г падает. Поэтому, блин, что-то годом ничего вообще не упадает. Ни денег, ни кредитов, ни випки. Хотя випка бы, кстати, не помешала. Я, кстати, Мерс забыл закрыть. Нормально, что. Еще, кстати, в планах чипануть Мерс, вот этот кабанчик. Не знаю, я на самом деле хотел бы М5,60, но 4,5 миллиона, у меня таких денег нету. Либо, что еще можно такое нормальное я бы взял. Не, ну, конечно, кабан тоже нормальный, но... Я не особо люблю... Ну, просто у меня его не было даже. Но так, тачка хорошая, кстати. Довольно-таки нормально разгоняется. Я, блин, забыл, что светофоры не работают. Да, надо было остановиться.
Я просто себе уже привычку сделал, чтобы останавливаться на красные. Пацаны в казино есть. Ну, блин, я не знаю, есть смысл в казино пойти или нету. У меня всего лишь 120 тысяч. Ну, давайте попробуем, если там народ есть. Сейчас в казино заехать. Поиграть. Но думаю, мы либо сольем, хотя бы на 50 тысяч кинем. И там уже посмотрим. Так, кабанчик у нас, по идее, закрытый должен быть. О, есть там люди, короче. Я на 50 тысяч скину хотя бы. Потому что, ну, бабки. Такое дело, да. Я первый раз в новом казино. Давайте дайс 12, 50 тысяч кинем сразу. Ну, о, я выиграл, кстати, нормально. Да. Да, чувак, видос, короче. Не знаю, может еще чуваку на полтине кинуть. Но я сольюсь, судя по всему. Чё там в чате? А, отозвал свое предложение. Давай. Минус. Давайте еще раз с ним сыграем. Я думаю, сольем, скорее всего. Ай. Отозвал свое предложение. Давайте ему еще раз кинем. Я проиграл. Давайте последний раз ему еще кинем. И мы, наверное, сольем их, да? Да. Полный слив, короче. Просто замечательно, пацаны. Ну да, не везет что-то в казино. И там, и здесь. Вообще такая дичь. Просто дичь. Так, какие-то девятки, да, ходят в казик. Так, ну, нормально, чё. Ну, бля, слил все бабки, пацаны, чё. Придется работать на лесорубах, судя по всему. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Такая была насыщенная информативная серия. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.